Турнир по боям без правил, прошедший в Абакане в конце августа, грозит обернуться скандалом. Люди, работавшие на турнире, уверяют, организаторы боев не заплатили им положенное. Без оплаты остались танцоры, звукорежиссеры, художники по свету, помощники режиссера, технический персонал. Почти 70 человек не получили за свою работу ни гроша. Не было заплачено и за аренду аппаратуры. Гонорары выплатили только спортсменам. О людях за кулисами предпочли забыть. Для организации этих соревнований были собраны, то есть, много людей, порядка 50-70 человек, с разными работами. Вот, и им была обещана сумма гонорара каждому за выполненные работы. С кого получить обещанные деньги, люди не знают. Организаторы турнира давно покинули Хакасию. Сейчас они находятся в Новокузнецке. Подробности дела, сумма долга и точное число пострадавших станут известны завтра на собрании потерпевших. Мы будем следить за ситуацией.